Впервые этнографический диктант прошел в октябре 2016 года. В том же году присоединилась к акции и Рязань. Организатором в регионе выступила областная библиотека имени Горького. Спустя 6 лет традиция продолжается. Тогда, в 2016-м, по всей стране было 90 тысяч участников, а в 2021-м уже 2,5 миллиона. В 2020 году диктант по известным причинам состоялся в режиме онлайн. К настоящему времени есть возможность пройти его как онлайн, так и очно. Сегодня мы очень рады приветствовать наших участников. Задания интересные. Задания состоят из 30 вопросов. 20 из них имеют общефедеральный характер и 10 региональные. То есть это наш Рязанский государственный университет, исторический факультет, придумывают каждый раз очень интересные вопросы о нашем Рязанском крае. Да, именно так. Каждый регион составляет свои дополнительные вопросы. Традиционно время прохождения диктанта 45 минут. Оценивается он по 100-бальной системе. После 11 ноября на сайте диктанта можно найти свои результаты и правильные ответы. Там же скачать сертификат участника. Большая часть пишущих диктант – студенты, но желающих проверить себя много в разных поколениях. За всю нашу историю самому старшему у нас было где-то 79 лет участнику, самому младшему где-то лет 6-7. Вот так у нас было раньше, да. Ну и в этом году, я думаю, что будет, в принципе, ситуация такой же интересной. Стоит отметить, что в этом году для участия в акции к остальным регионам России присоединились еще 4 новых субъекта.